Президент России Владимир Путин поделился мнением о социально-экономическом развитии Приморского края в ходе двусторонней встречи с губернатором Олегом Кожемяко. По мнению главы государства, регион демонстрирует высокие показатели даже в современных особых условиях жизни. Президент России и губернатор Приморья обсудили итоги работы в 2022 году и перспективы на 2023. По основным направлениям социально-экономического развития Приморский край в целом демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели развития. Конечно, территория живет, как и вся страна, в особых условиях сегодня. Есть вопросы, которые требуют особого внимания и со стороны руководителей региона, со стороны всех ваших сотрудников и со стороны федерального центра. Напомним, в прошлом году экономика края не только сохранила устойчивость, но и показала заметный потенциал для развития. Общий объем инвестиций резидентов ТОР и СПВ составил 85 миллиардов рублей, введено 83 новых предприятия, создано 7500 рабочих мест. Валовый региональный продукт в 2022 году составил почти 1,5 триллиона рублей, больше по сравнению с предыдущим годом на 200 миллиардов. Внешний торговый оборот увеличился на 18%. Олег Кожемяко отметил, что, несмотря на санкции, хорошую динамику показывает сельское хозяйство. Вы знаете, что летом у нас прошли там целая серия тайфунов, которые привели к разрушению дорог, мостов, электропередач, сельхозпосевы пострадали, пострадали также жилье. Вот, был объявлен федеральный чрезвычайной ситуации. Мы совместно с МЧС России провели необходимые аварийно-восстановительные работы, стабилизировали ситуацию, затратили на эти цели 2,7 миллиарда рублей из краевого бюджета. Вот. Сейчас впереди летние месяцы, необходимо все это восстановить уже капитально, отремонтировать дороги, построить мосты. Вот. Поэтому просим дать поручение правительству Российской Федерации выделить из резервного фонда средства на компенсацию наших затрат для полного восстановления разрушенной инфраструктуры во время чрезвычайной ситуации. Прошу поддержать эти решения. К слову, Олег Кожемяко обратился к Владимиру Путину за поддержкой в восстановлении дорог и мостов. Глава региона попросил поддержать решение о направлении в край федеральных средств для ремонта дорожной инфраструктуры, нарушенной прошедшими летом 2022 года ливнями. Олег Кожемяко доложил президенту о продолжении восстановительных работ на дорогах и мостах в пострадавших районах. С наступлением тепла ремонты активизируются, однако без помощи федерального центра Приморью будет сложно быстро справиться с последствиями стихии. Мы впервые, несмотря на ЧС, впервые за всю историю Приморья намолотили 1 100 000 тонн зерна и сои. Вот, то есть компания «Русагро» завершила животноводческие комплексы, на 100% обеспечила край мясом свинины, готовые в другие регионы поставлять, даже на экспорт. Компания «Гринагро» реализует проекты в молочном животноводстве, Михайловский бролис в птицеводстве. Замечу, что на конец 2018 года у нас промышленной свинины не было ни килограмма, не было ни килограмма птицы. Mm-hmm. Вот. Сейчас мы очень тесно взаимодействуем с Министерством сельского хозяйства России, наращиваем эти объемы. То есть за 4 года, по сути, да? По некоторым позициям с нуля стартовали. Мы специализируемся на этом. Mm-hmm. И по другим регионам mm-hmm. тоже. Также Олег Кожемяко попросил Владимира Путина сохранить преференциальную политику на дальневосточных верфях для строительства судов. На встрече с главой государства губернатор доложил о промышленном производстве края. Так, предприятия края продолжают строительство 19 краболовов на 41 миллиард рублей по программе инвестиционных квот. В рамках первого этапа программы размер субсидии на возмещение затрат составляет до 20% стоимости заказа. Напомним, на Находкинском судоремонтном заводе и восточной верфи по программе инвестиционных квот спустили на воду уже по 3 краболова.